Вот оно, зимнее утро в Гаграх. Сегодня 28 кажется, января 2015 года, Гагры. Летом здесь, наверное, буйство природы. Не напоминает вам зимний вечер в Гаграх? Да. Дорогие мои, 28 января. Ты посмотри, Николай, дом как стоит там, интересно, на горе. И что это непонятно, гостиница или частный дом? Дом, который пишет, частный. Частный, да? Давай я сделаю тут вот на фоне. Сейчас, я только сниму море и все. И пальм вместе с этой, с аппаратом же.